Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Манухара Банчакалпатарувашчакипасандубевача Патитананг Пабанебха Вайшнабебхьо Наму Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтигирим Яткипатамаханг Ванде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кешавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наром Чайва Нараттама Девинг Сарасватинг Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхо Падеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йогта Бхакти Прамодакша Джагодварана Дейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Титас Падам Сива Виранчанатам Сараням Бхитаттихам Панутапалла Бхавадхипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисфуриджита Кимапигабавадуша Дарши Пуранану Рагара Сусагара Сарамурти Сарадика Майкада Кибам Караси Сри Кришна Чайтанна Прахунита Ананда Шиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Сри Кришна Чайтанна Прахунита Ананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита Бхуджау Канука Бодату Санкиртанай Капитару Камала Йотакшо Вишамбару Дижабару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктин Ча Дадаси Ниттам Бхавану Рупена Садханаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калабам Гаури Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманго Мада Бхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Бхаги Саджуша Вадане Лакшми Джаша Чабакшаши Джасьясиде Самбихит Там Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Марто яда текто самасто карма,
Марту жада текто самасто карма, неведитатма, бичигир сетоми, тадамритаттапати баддаман, маятма бхуяйо калпате вай. Гаудия Гоштхипати, Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти, Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру сказал, Харибаджан значит освободиться от всяческих аллегорий и истории. Мысли, которые приходят на ум, в сердце, представления, концепции, сложившиеся представления, все нематериальны. Поток. Поток жизни — это и есть история. Наша это история не только жизнь царя, жизнеописание царя. Наша жизнь — тоже история. История — это то, что происходит. Поток движения живого существа во времени образует собой историю. Есть какие-то значимые события, есть незначимые события в нашей истории. Она может быть важна для нас или нет. Тем не менее, мы живем в настоящий момент, но думаем о нашем прошлом. Мы вспоминаем нашу прошлую любовь, вспоминаем отца, мать, которые, возможно, уже оставили свое тело. Итак, прошлое, настоящее и будущее — это поток материального времени, не так ли? То, что было в прошлом, то, что есть в настоящем и будет в будущем, основано на материальном времени. Это и есть поток материального времени. И это не имеет никакой ценности в Кришна-бхаджане. Человек может утверждать, в настоящий момент я живу здесь, занимаюсь тем-то, тем-то. Но если мы спросим этого человека, что вы подразумеваете под настоящим временем? Как подсчитать, что есть настоящее? Ведь время, подобно ветру, настолько скоротечно. Оно движется так быстро, что мы не можем за ним угнаться. Когда мы говорим «настоящее», мы произносим первую букву этого слова «н» — «настоящее», и это уже становится прошлым. Так что же такое по-настоящему настоящее? Что такое настоящее время? Это очень тонкий момент. Итак, мы заняты прошлым, настоящим и будущим, но эти материальные концепции не помогают нам в баджане. Different kind of absurd thinking. Suppose I am a beggar.
Что такое аллегория? Допустим, я нищий, который спит на дороге, но во сне я вижу, что я женат на дочерях царя, у меня огромное королевство, я всячески наслаждаюсь своей жизнью. И во сне я счастлив. Какой-то мой друг, такой же нищий, как я, подпинывает меня и говорит: «Просыпайся, уже утро». И тогда я оказываюсь в реальности. Осознаю, что я нищий, надо идти собирать пожертвования, деньги или выполнять какую-то тяжелую работу, чтобы как-то поддерживать свою жизнь. Люди говорят, надо быть практичными, но те, кто утверждает это, как правило, не понимают, что это значит по-настоящему, если они сами не практичны. Что такое быть практичным? Что это значит? Что значит практичность? Практичность значит реальность. Но в действительности та реальность, которая нас сейчас окружает, не есть подлинная реальность. Реальность находится в скрытой форме в нашей атме. Если мы сможем ее обнаружить, она станет нашей настоящей реальностью. Нам кажется, что этот мир — наша реальность. Надо быть практичным, говорят люди. Но все, что нас окружает, — не реальность. Этот мир временен. Мы иностранцы. Мы даже не знаем, как мы оказались здесь. По своим плодам кармы мы находимся здесь. Absurd, very, very bigger man. He want to be a billionaire, big, rich. This kind of thinking is called allegory. Allegory means one can repeat a story. Эти мечты, эти истории, которые, то есть мечты, которые никогда не могут сбыться, мы называем аллегорией. So long as we are going to до тех пор, пока мы уделяем внимание нашему прошлому, нашим мечтам, Харибаджан невозможен. На самом деле, Харибаджан — самое что ни на есть практичное, но мы заняты непрактичными вещами, временными. Тем, что является асад. В Гите Бхагаван говорит, сад обладает бесконечными вариациями. Если вы сможете узреть его, вы обнаружите, что вас окружает бесчисленное множество сад. Но сейчас мы видим только то, что является асад, временным. Итак, если мы заняты материальными вещами, якобы занимаясь Харибаджаном, он не принесет своих плодов. Шрила Сачинанда Бхактивинода Тхакур говорит, что в большей или меньшей степени мы заняты Йошит-сангой. В большей или меньшей степени, каждый. Это проявляется в том, что
у нас может быть стремление наслаждаться чем бы то ни было, любым объектом. То есть то, чем хотите наслаждаться вы, я, может быть, и не хочу наслаждаться. То есть то, что для вас является юшит, для меня может таковым не являться. А то, что для меня юшит, для вас также может им не являться. Зависит от человека. У всех у нас разные объекты привязанности. Мы наслаждаемся разными вещами. Таким образом, если женщина думает о мужчине с привязанностью, он становится юши для нее, то есть объектом ее наслаждения. Именно поэтому в большей или меньшей степени все мы подходим под категорию юшит. Все мы являемся юшит. В нашем матхе жил был один западный преданный. Он очень любил сладкий рис, кхир. Когда ему отдавали, он очень счастлив был. Я тоже в то время ел много кхира. А если еще картошку ему давали, он, его радости не было конца. Вареную картошку и сладкий рис ему давали, и он думал, это замечательный пир. Очень любил картошку и сладкий рис, и я его подкармливал. Но он не знал, что для него это не прасад, а йошит, что это то, чем он наслаждается. Прасад, что такое прасад? Одной капли сладкого риса более чем достаточно. Но он ел много, много сладкого риса. Так вот, когда Бхактивинода Тхакур говорит, что я какой-то предмет нахожу приятным для своих чувств, мне очень нравится он. Допустим, вот прекрасный цветочек, мне нравится смотреть на него, вдыхать его аромат. Да, в этом случае этот цветок также становится йоши для меня, то есть объектом моего наслаждения. Таким образом, все, что окружает меня, и я, то есть все, чем я хочу наслаждаться, что мне нравится, становится йоши. Становится препятствием. И Бхактивинода Тхакур поэтому утверждает, что все в большей или меньшей степени осквернено йошит, то есть стремлением наслаждаться. На самом деле, каждую секунду это происходит с нами. Так или иначе, каждую секунду мы стараемся наслаждаться. Мы совершаем йошит-сангу. Йошит-санга не означает только общение, запрещенное общение между мужчиной и женщиной. Нет. Это тонкий момент, который можно понять лишь с помощью философии Гаудия Вайшнава, потому что она дает наиболее яркое объяснение этому, глубокое объяснение. До тех пор, пока я не освобожусь от влияния йошит-санги, Кришна будет далеко от нас. Вчера я говорил о садхана-крия, о садхана-бхакти. Большинство из нас, как я сказал, занимается садхана-крией. Это тот процесс, с помощью которого мы можем избавиться от анартх. Но только в том случае, если он совершенен, если мы искренне следуем ему. То, чем мы сейчас занимаемся, подобно баджану, это еще не баджан. Для баджана необходим севак, необходимо совершать севу. Но мы не можем быть ни севаком, ни совершать севу в подлинном смысле этого слова, потому что для этого необходимо избавиться от анартх. Так вот, если я искренен, по милости Гуру и Вайшнавов, я избавляюсь от анартх и в конце концов достигну уровня, с которого я смогу совершать садхана-крию, садхана-бхаджан.
Садхана-бхакти. Садхана-бхакти — это изначальная точка, момент, пункт отправления. Садхана-бхакти подразумевает под собой служение. У вас развивается настроение служения, и вы совершаете служение в подлинном смысле слова. И в процессе садхана-бхакти вы обнаружите, что в вашем сердце раскрывается бхава, проявляется. Ее невозможно обрести силой, невозможно извне внедрить бхаву в свое сердце силой. Это процесс не таков. Она автоматически пробуждается в сердце благодаря служению. Постепенно мы развиваемся, и в конце концов мы дойдем до того момента, когда у нас проснется огромная любовь к Кришне, и не останется никакого эгоизма, желания наслаждений, и тогда мы обретем прему. А према — это самое ценное, что может быть в этой жизни. Мы считаем, что сокровища, то есть ценные вещи — это деньги в этом мире, деньги, собственность. Но это не так. Кришна объясняет, что если вы достаточно богаты, если вы достаточно удачливы, вы встретитесь с чистым преданным, который обладает любовью к Господу. Необходимо общаться с ним, и тогда вы получите, обретете от него лаульям. Две книги крайне важны для Харибаджана. Это Упадешамрита и Бхактирасамрита Синду. В Расамрита Синду содержатся очень сокровенные моменты. Как правило, люди не понимают, что такое раса. Они считают, что то, чем они сейчас наслаждаются, и есть раса. Но это большое заблуждение. Ведь для того, чтобы обрести расу, необходимо достичь определенного уровня. Раса — это не дешевка, это не так просто. Таким образом, то, чем мы сейчас наслаждаемся, не есть раса. Но наслаждения вводят нас в заблуждение, мы воспринимаем их как подлинную расу. Но раса может быть только... То есть мы заинтересованы в апракрита расе, а сейчас наслаждаемся материальной расой. Так вот, в Расамрита Синду приводится определение расы. Также мы нам известна молитва Бхактивинода Такура, в которой он возносит молитвы расе. То есть раса — это личность, и он обращается к ней как к личности и говорит: «О, раса, пожалуйста, благослови меня». Когда вы перестанете, когда ум перестанет тревожить вас, вы перестанете полагаться на ум, вы увидите настолько прекрасные, совершенные вещи, ваше сердце. Будет сиять, будет освещено, сиять настолько, что свет будет распространяться повсюду, но оно не будет полыхать, как от огня. Он, наоборот, будет охлаждать.
это и есть Шудда Сатва, Вишудха Сатва. То есть, когда Вишудха Сатва проявится в вашем сердце, вы сможете черпать наслаждение внутри себя, внутри своего сердца. Это и есть подлинная раса. Когда вы пересекете ваше ментальное побуждение, побуждение ума, ментальное ограничение, то есть у нас ум имеет свои границы. Если я попрошу вас прочитать то, что написано на объявлении в 3 километрах, вы, скорее всего, не сможете этого сделать, потому что вы можете видеть лишь на определенном расстоянии. То, что слишком далеко, вам не разглядеть. This way we can see all our sense organ working under some limitation. Точно так же мы не можем видеть слишком близко. И все наши органы чувств мы видим теперь, что работают, то есть они имеют определенные лимиты, границы. Наши чувства ограничены. И они не способны совершать хари-бхаджан. То, что я сейчас говорю, то, что я говорю ежедневно, это есть таинство бхаджана, сокровенная наука бхаджана. Ей необходимо следовать. До тех пор, пока мы наслаждаемся материальной расой в материальном мире, мы не способны совершать хари-бхаджан. Вчера я говорил о том, что рыба не, река не пьет свои собственные воды. Она текет и предоставляет воду другим. Точно так же мы знаем о деревьях. Махапрабху говорит об этом, и Бхактивинода Тхакур пишет Бхаджана Рахасия. Дерево предоставляет все, что необходимо человеку, дает все, заботиться о его благе, но ничего не требует для себя, ничего не оставляет себе. Плоды, цветы, листья, что бы вы ни пожелали получить от дерева, кору, дерево даст вам. Так Бхагаван Шри Кришна прославляет Сидам, Судам, Васудам, and going to glorify. My friend, you look. В разговоре с Судамой и Васудамой. Судамы, посмотрите на деревья, они их жизнь успешна, потому что они дают все, что у них есть. Они ничего не используют в своих целях, сами не пользуются тем, что обладают. Точно так же жизнь чистого преданного посвящена благу всей Вселенной. Он не думает о себе,
Он лишь беспокоится о благе других. Вы знаете пример с Харидас Такуром. В Бхагаватам также есть один пример. Наричи Муни, Риши. Также он, Муни — это тот, кто хранит молчание и в то же время говорит лишь о Бхагаване. Ни на какие другие темы он не разговаривает. Или о том, что связано с Бхагаваном. Муни происходит от слова «мауна» — молчание. А Риши — это тот, кто способен видеть прошлое, знать настоящее и предвидеть будущее. After long deliberation, they are going to give us a treasure of knowledge. But in material world, some big personality, they are like Rishi. Meaning they can see past, present and future. They are not Rishi. They are not doing. Мы видим, что в мире есть люди, которые могут знать, что будет в будущем, знать, что было в прошлом, хотя они не являются Риши и Муни. Я даже знаю личность, человек, который мог предсказать, что будет спустя тысячи лет. Такие вот есть способности у этих людей. Додиши Муни. Додиши Муни is doing bhajan, very exclusive bhajan. Даричи Муни совершал баджан, совершал аскезы. Тем временем у полубогов возникли большие проблемы. Из огня вышел Ритрасура, и они не знали, как побороть его. Не было никакого оружия, которое могло бы повергнуть его. В конце концов, они взмолились Бхагавану, и Бхагаван сказал, посоветовал обратиться к Даричи Муни. Попросите его, чтобы он отдал вам свое собственное тело. Как из его оружия вы сделаете, из его тела вы сделаете оружие, и только им вы сможете сразить Вритрасуру. Так полубоги послушались и пришли к Муни, предложили поклоны и попросили: мы пришли кое-что просить у тебя. Тот сказал: ну я же нищий, что я могу дать вам? Нам на самом деле нужно твое тело. Мы знаем, что ты могущественный саду. Из твоего тела мы сможем сделать оружие, которое поможет сразить Вритрасуру. Если это не произойдет, у нас будут огромнейшие проблемы. Ты милостив, мы полагаемся на тебя. И Даричи Муни рассмеялся и сказал: где вы найдете человека, который отдаст вам свое собственное тело? Хорошо, я отдам. Он погрузился в баджан и в медитации оставил тело. Индра, Варуна сделали из него оружие. И в случае с Харидасом Такуром мы также видим, как он жертвует своим собственным телом. Мусульмане, которые избивали его,
никак не могли дождаться, когда он умрет. Его избили уже на 22 площадях. Это происходило в Калне. И мусульмане уже взмолились к нему, ему, пожалуйста, если ты не умрешь, наш царь убьет нас. Харидас Такур сказал, хорошо, если из-за меня в вашей жизни угрожает опасность, я умру ради вас, я оставлю тело. Так он упал на землю, как будто бы умер, как мертвый. И мусульмане выкинули его тело в Гангу. А в конце концов Харидас Такур выплыл в Шантипуре. На противоположном берегу в Шантипуре люди увидели тело Харидас Такура и помогли ему выбраться из воды. Он пришел в себя. Адвайта Госвами also going to take information. This way, Харидас Такур started doing bhajan at the bank of Ganga in Fulia. И стал совершать баджан на берегу Ганги в Фулии. Это очень рядом с Шантипуром. Бхагаван Шри Кришна going to give the example of trees. Our Bhaktivinoda Thakur also writing, and also Mahaprabhu also writing. Trinada Vishnu Jana Taro Vishnu Amanina Manadino Kirtaniya Sadahari. Махапрабху и Бхактивинода Такур. Бхактивинода Такур в частности описывает, что значение шлоки Тринады Писунчина. Дает развернутое объяснение этой шлоки. Когда засуха, долгое время нет дождя, дерево не просит воды, но предоставляет другим все, что у него есть. И Махапрабху также приводит дерево в пример, потому что дерево живет ради других, не ради себя. Итак, вчера мы узнали, что Авадхут Махарадж получил уроки от Притхима. Он научился у нее смирению. Также горы, в горах растут много целебных лекарств, целебных трав. С них стекают реки. Практически все священные реки Ганга, Ямуна, Сарасвати, Алакананда, все они берут на свое начало в Гималаях, в горах. Those hills and mountains going to give us so many things, sometimes fountains, everything, but one river, one you know, mountain not going to ask anything. Точно так же горы ничего не просят у других, они все дают другим. When we look still up, we can see after hill or mountains, we can find the sky. Sky, no? We can find sky. Sky is limitless. Where sky going to end? No, nobody knows. Также небо. Небо бесконечно. Оно не имеет границ. This space, space, no?
Воздух повсюду, воздух у нас, воздух окружает нас. Но мы не можем видеть его, он не видим. Но в любом объекте он присутствует. В железе, в каком-то ни было металле. Точно так же. То есть пространство всюду, пространство в нас. So our panchabhautik five elements of body. Five elements of body. Мы состоим из, наше тело состоит из пяти элементов. Если после смерти тело подвергается сожжению, пять элементов входят в первоначальные элементы. В воздух в моем теле сливается с воздухом. Вода с моего тела сливается с водой в природе. You can say this much, you are going to lend. You are lending money, na, from bank? Lending money, na, simply. So you are lending this body. То есть мы, по сути, занимаем это тело. Мы берем его на какое-то время, как деньги в банке. So you are lending this body. Why? Так мы берем на время это тело, чтобы пользоваться им. How you can, you know, cut your, you know, good and bad? Why? Тело необходимо для того, чтобы искупить плоды своей кармы. Если вы делали что-то хорошее, вы получаете благие плоды. Если что-то плохое, вы страдаете. Но для всего этого необходимо тело. Because this has nothing to do with this atma. You have to cut it. Все эти страдания или все эти плоды кармы не относятся к атме. Их нужно получить. Парикшит Махарадж был очень счастлив, когда он узнал, что через 7 дней ему придется оставить тело из-за проклятия Шрингириши. И он обрадовался. И замечательно, я хотел получить наказание за то, что я сделал. Я хотел получить подобающее наказание. Мне все, что мне нужно, это бхакти. И таким образом, таким наказанием я смогу искупить свой грех. Поэтому я очень удачлив. So I can cut problem. So Bhagavan speaking in Gita, Nadatte kasachit papam na chaiva sukritim vibhum agyanena avritam jnanam tena mahyanti yantaha. Nadatte kasachit papam. Bhagavan is less interested about sinful activities or your Бхагавану совершенно не интересны ни наши грехи, ни благочестивая деятельность. Он не имеет с этим ничего общего. Он не говорит нам, делай то, иди не делай это. И тем самым обуславливайся еще больше. Бхагаван не советует нам наслаждаться материей, или грешить, или делать что-то, какие-то благочестивые дела. Об этом сказано в Гите.
Агьянино Амритам Дхьянам Тенам Уйянти Янтабаха. All world is in агьян, ignorance. Весь мир агьян, то есть он невежественен. Именно поэтому мы как будто бы под гипнозом. Если кто-то гипнотизирует нас, мы подчиняемся этому человеку, мы действуем под его влиянием. В газетах как-то писали, что под гипнозом человек рассказывал то, что было в его прошлой жизни. Итак, майя покрывает нас, поэтому мы не можем вспомнить, не можем сами выйти из-под ее влияния. Итак, Аватхута говорит, что все, что окружает меня, мои гуру, деревья, горы и даже бесконечный космос, пространство, небо, все это мои гуру. Ведь пространство повсюду. Итак, пространство повсюду, тем не менее, оно ни с чем не соединяется. This our sky going to teach us that you, if you going to get the association of. Тем самым пространство обучает нас, что если вы общаетесь с материалистами, вы привяжетесь к ним. Поэтому необходимо избегать его, избегать общения с материалистами. Nishanga means, I already told from Bhagavatam, third canto, Shambho ja sanksatir hetho, Kapilji Maharaj speaking to Madana, I told, maybe 15 days ago. It is written, Shambho ja sanksatir hetho asosu bhito dhiya. All kind of association what you are getting in the material world. То есть слово, которое здесь употребляется, указывает на то, что любое материальное общение, в которое мы вступаем, является оковами для нас, накладывает на нас еще больше оковы. Благоприятно для нас вечное общение с Дхамой, со всем трансцендентным. Тем не менее, материальное общение является осад для нас, потому что оно временно, оно не вечно. Капиладжи Махарадж говорит своей маме, если ты будешь общаться с асад, с людьми в категории асад, это будет накладывать на тебя еще больше оковы. Но если ты будешь точно так же общаться с саду, ты сможешь достичь нейтрального положения. То есть имеется в виду достичь освобождения. Достичь такого уровня, когда гуны материального мира больше не будут влиять на тебя. Тебя могут окружать много людей, но ты не будешь по-настоящему вступать с ними во взаимодействие. Это особая наука. Вамана Госвами Махарадж также говорил об этом. Если вас окружают проблемы, разруха, тысячи людей создают какие-то беспокойства, я все равно посреди всех этих происшествий людей, я один. Это говорит о том, что материальное общение не оказывает, то есть материалисты, материальное общение не откладывает никакого отпечатка.
на сердце такого преданного. То есть то же самое общение. Если оно применяется к саду, если мы общаемся с саду, то мы избавимся от влияния трех гун материальной природы. Итак, Акаш, пространство, обучает нас, как быть одним, как остаться одним, то есть что значит одним, быть с Бхагаваном. Имеется в виду избегать материального общения. So this way I learned from space, Akash, and all around I watch and feel the air blowing, air always blowing. Sometimes пространство повсюду. Very fine smell of. Порой мы чувствуем какой-то тонкий аромат цветов, который доносится до нас благодаря воздуху, потокам воздуха. Порой мы чувствуем неприятный запах. То есть то так, то так. Именно воздух доносит до нас запахи. Air going to carry that smell and reach up to you, to give you a feeling. Воздух приносит, доносит до нас ароматы цветов из сада. То есть, если бы он этого не делал, то как бы мы почувствовали аромат цветка? Но так или иначе, он лишь приносит, но никак не сливается, никак не соединяется с этим запахом. Он занимает нейтральную позицию, нейтральное положение. Итак, воздух, мой четвертый гуру, он распространяет запахи, несет, чтобы то ни было, тем не менее он не смешивается с этим. Он абсолютно отречен. Точно так же, чему я научился, если находясь в хорошем или в благоприятном или неблагоприятном общении, если у меня есть бхакти, на меня никак не отразится неблагоприятное общение. До тех пор, пока вы не достигнете ананья бхаджана, анартхи будут сохраняться в вас до определенного процента, то есть какая-то процентность осквернения будет у вас. И если в таком случае вы станете общаться с материалистами, их негативные качества перейдут к вам. Из этого мы не сможем продвигаться в нашем бхаджане. Но посмотрите, мы постоянно находимся во взаимодействии с материальными людьми. То есть мы постоянно включены в общение. Мы общаемся с членами семьи, с тем, кто нас окружает. Таким образом, это может стать большой проблемой. К примеру, вы находитесь в одной комнате с больным холерой и с больным коронавирусом. Так вот, если вы двоих больных положите в одну палату, они друг друга заразят. До этого у них было по одной болезни, но соединившись, у них будет двойная болезнь.
И таково положение вещей в материальном мире. Так происходит повсеместно. В храме собираются обусловленные души. Если там не присутствует чистый преданный, они распространяют свои анартхи вокруг себя, то есть осквернение, и оно смешивается. Я знаю, что это многим не понравится, то, что я говорю, но иначе как объяснить то, что не происходит прогресса в баджане? В этом киртане поется о том, что мы жаждем сатсанги, шести проявлений благоприятного общения. Как я много раз уже говорил, если мы открываем больницу, но там нет докторов, кто кого будет лечить. И это происходит. То есть такая проблема сейчас стоит перед всем миром. Нам необходимы преданные, такие как Парампаджипат Кешава Госвами Махарадж, такие как Парампаджипат Шридхар Госвами Махарадж. Они нужны, они необходимы нам. Мы плачем по ним. Иначе кто может нам помочь? Итак, проблемы возникают из-за того, что мы, у нас нет сатсанги. Джива Госвами объясняет, что сатсанга не может быть напрасной. Нарада Махарадж в Нарада Бхакти Сутре пишет, что бхакти не может не прийти благодаря сатсанге. То есть бхакти неизбежна из-за сатсанги. Тем не менее, если есть апарадхи, если человек совершал апарадхи, сатсанга не принесет полных результатов. Так вот, если обусловленные души общаются друг с другом, они еще больше связываются окованными майя. Итак, анартхи сохраняется до стадии ананья баджана. И также джива не может избежать общения. Но, предположим, чистый преданный, то есть преданный, который находится на уровне ананья баджана, который полностью сконцентрирован на баджане. Он не молится полубогам, он верит, твердо верит в Гуру Варгу. Тем не менее, возможно, из-за каких-то прошлых неблагоприятных привычек он совершает ошибку. Предположим, если вы в нем будете выискивать недостатки, если вы будете критиковать его за его ошибку, несмотря на то, что его сердце чисто, и он не хотел делать ничего плохого, тем не менее, из-за влияния прошлых самскар он совершил что-то нечестивое. И даже все его анартхи ушли, тем не менее, как происходит с вентилятором. Если мы выключаем его, какое-то время сам по себе механически он еще вращается. То есть если вы выключаете фен, там больше нет тока. Но почему же он крутится? Возникает вопрос. Потому что из-за предыдущей инерции, по инерции, то есть. This way, some very dirty man
Точно так же, когда какой-то грешный человек становится преданным, случайно совершает какую-то ошибку. Если мы начнем критиковать такого преданного, мы пойдем. Это произошло с Брамой. Брама совершал баджан. Тем не менее, из-за каких-то своих прошлых самскар он привлекся Сарасвати, своей собственной дочерью. Тем не менее, мы не должны критиковать за это Браму. Если мы будем делать это, мы пойдем. Это очень сокровенные вещи, и большинство людей не способны их понять. Итак, мы должны быть очень внимательны к кругу своего общения и не должны критиковать саду, подлинного саду, который совершил ошибку. Воздух мой четвертый гуру, потому что он разносит запахи, что бы то ни было, но никак не смешивается с ними. Пятый мой гуру — это огонь. My fifth guru is fire. So actually, fire is everywhere. В действительности огонь находится повсюду, во всем, но в невидимой форме. Мы не знаем, но в нас также присутствует огонь. Если бы его не было, вы не смогли бы переваривать пищу. Если тереть камень о камень, железо о железо, из-за трения появится огонь. Это говорит о том, что он присутствует в этих в камнях и в железе. То есть он повсюду. Итак, Агни, огонь, мой гуру, обучил меня тому, что Бхагаван, так же как и он, как огонь, присутствует всюду. Он вездесущ, он повсюду. Но мы не можем его видеть. Необходимо, невозможно увидеть его. Нам невозможно увидеть его сейчас, но для того, чтобы это произошло, нам мы должны совершать баджан. Благодаря баджану мы сможем увидеть присутствие Бхагавана повсюду. То есть мы должны извлечь такой урок от огня, что вот это поразительно, что Бхагаван повсюду, но никто не может его видеть, так же, как и огонь. Это возможно сделать лишь при помощи баджана. From fire I'm going to learn this thing,
And from water is source. Fire is also my guru. And from water I am also learning something. Также кое-чему я научился у воды. Она мой шестой гуру. Человек может пить воду, может принимать омовение в ней, спасаясь от жары. Может омыться водой, очиститься. Потому что чистота присуща воде. Если бы у нее не было такого достояния, то она не смогла бы очищать людей. This property surely there in water. That's why every morning time we are taking bath, get purified, doing chanting and whatever. Именно поэтому по утрам мы омываемся водой. Why are you going to take bath in water? Because water has pure power. So water is my sixth guru. After drinking, we can feel satisfaction, no problem. Feel, you know. And when we are going to take bath in water, we feel fresh. Водой мы утоляем жажду, освежаемся, приняв омовение, и тем самым вода учит нас, что учит нас своими речами, сладкими словами, своим внешним видом, даршином, доставить удовольствие людям. Вы знаете этот баджан? Народ там такой пишет в нем, что даршан вайшнава очищает. Только лишь взглянув на вайшнава, можно очиститься. Вода обучает нас, как поддерживать эту чистоту, как говорить, как принимать омовение, как очищаться. То есть дарме чистоты я научился у воды. Я могу омыть свое грязное тело и очиститься, могу помыть посуду. Таким образом, вода — моя пятая гуру, Шестой мой гуру — Солнце. Простите, седьмой, шестой мы уже перечислили. Вода. Так, кое-чему я научился у Солнца. Солнце высушивает землю, втягивая, то есть всю воду, оно собирает, аккумулирует в облаках всю воду, которая присутствует на земле. Эта вода аккумулируется и благодаря солнцу и собирается в облаках, в тучах. And that cloud going to drench water. That cloud going to give water to us. И в конце концов проливается дождь благодаря этим облакам. Бывают ливни, бывают ливни, а бывает наоборот, недостаток дождя, засуха.
Итак, тем самым Солнце обучило меня тому, что можно собирать из разных источников, а потом давать в десятки раз больше, как оно это делает с водой, чтобы потом, впоследствии, земля наполнилась растительностью. То есть солнце забирает, дает в сотни раз больше, чем берет. Оно, несмотря на это, не гордится. Оно не гордится. О, посмотрите, что я сделал. Тем самым солнце обучает нас, как делать пожертвования. Как давать пожертвования другим? Итак, я научился у него, как жертвовать и как не гордиться, как избежать ложного эго. О Луне мы поговорим завтра, как она уменьшается, и к Пурниме, наоборот, обретает полную форму свою. Тогда амритаттам патипатти маханам маятмо хуяйо калпате вай панча калпатурусики басанту патитанам павали бхавишна джун.